добрый вечер. И вот настала пора для еще одной ночной сказочки. Ну а в такую погоду, когда за окном летит снег и постепенно превращается в дождь, даже сказочки становятся не просто мокрыми, а очень мокрыми. И сегодня такую очень мокрую сказочку мы прочитаем вам вместе с Владимирой Чалунной. А сказочку эту написал уже известный вам Андрей Журавлев, автор книги «Жизнь до и после динозавров». И эту сказочку можно там почитать. Ну а сейчас вот она сама, очень мокрая сказочка про русалочку. Это быль, и поведала мне ее тетушка Латимерия, что проживает глубоко в Индийском океане. Иногда тетушку Латимерию называют по фамилии Салакантом, но она на такую вольность очень сильно обижается. Ведь все-таки она и мне, и всякому читателю приходится самой настоящей тетушкой, пусть и очень дальней. А тетушек, как известно, обижать не следует. И вот если ее называют Салакантом, она очень обижается и вообще перестает что-либо рассказывать. И сама история у тетушки Латимерии тоже очень похожа на настоящую сказку. А некоторое время назад считалось, что никакой тетушки Латимерии в природе давным-давно не существует. Ни в Северном Ледовитом океане ее нет, ни в Атлантическом, ни в Тихом, ни в Индийском. В общем, всяких там Латимерий ученые придумали. Обиделась очень сильно тетушка Латимерия, что ее нигде нет. «Как это?» — сказала она. «Че это меня придумали?» И пошла она на самый людный базар в Южной Африке. И там на базаре она всем себя показала. Получилось это у нее очень даже неплохо. Базар она выбрала поближе к Индийскому океану, поскольку, хотя она и существовала взаправду, но не могла уйти слишком далеко. Все-таки она была пусть и весьма необычной, но рыбой. И вместо простых лучистых плавничков перышек у ней были мясистые опорные лопасти. С помощью таких плавников лопастей тетушка Латимерия могла не только плавать, но и ходить глубоко по дну, ползать по расщелинам подводных вулканов. И вот, придя на базар, тетушка Латимерия покрасовалась своей крупной, синей, как воды Индийского океана, чешуей. И посверкала своими зелеными, как огни подводных вулканов, глазами. А еще тетушка Латимерия показала свои мясистые опорные лопасти, вот такие. И, наконец, продемонстрировала всем свой трехраздельный хвостовой плавник. Увидев такой хвост, все прочие рыбы с обычными двулопастными хвостовыми плавничками от зависти раскрыли рты, выпучили глаза, да так пучеглазыми и остались до сих пор. И так вот она и появилась. И как-то раз пригласил я тетушку Латимерию к себе на чашечку сушеных головастиков. Мы расположились в мокром бассейне с морской водой, и поведала она мне удивительную, правдивую и исключительно мокрую морскую историю о своей сестричке, русалочке. Мокрая эта история была потому, что происходила она, очевидно, в воде. Да и на суше в те времена, когда эта история случилась, влаги тоже было хоть отбавляй. Но и отбавлять-то ее было некуда, поскольку и в океанах, и в морях, и в озерах, и в болотах воды тоже было предостаточно. А на суше, среди озер и болот, росли огромные хвощи, плавны и папоротники. Сейчас все они, и хвощи, и плавны, и папоротнички, мелкие, ниже травы. А вот тогда, более 350 миллионов лет назад, они своим видом не уступали деревьям, и потому и называли их древовидные хвощи, плавны и папоротники соответственно. Из них из всех только папоротники по-прежнему сохраняют свой величественный вид, но растут эти древовидные папоротники только там, где и так постоянно мокро и сыро, в тропическом дождевом лесу. Но мы-то ведь не в лесу живем, и уж тем более не в тропическом. Не в лесу, пусть даже очень мокром, а в еще более мокрой морской воде жила русалочка, начала свое повествование тетушка Латимерия. И не спеша ответила первого сушеного головастика. «У русалочки было много сестер, в том числе и я», продолжала тетушка Латимерия. «Всем нам очень нравилось плавать и резвиться в мокрой морской водичке. А нашим любимым развлечением, подперев нижнюю челюсть левой передней лопастью, вспомнила она,
Было у нас такое развлечение – передразнивать большого и злого колдуна Денихтиса. Мы уже понимали, что большой вовсе не значит, что умный. Да и не очень-то мы его боялись. Когда колдун Денихтис носил на голове и передней части туловища толстый, тяжелый костяной панцирь, он поэтому еще назывался панцирной рыбой. Так вот, носил он этот панцирь, и как все панцирные рыбы, он доживал уже свой век. А то век был Дивонский, который еще называют веком рыб, и закончился этот самый век почти 350 миллионов лет назад. Но от того, что доживал он свой век, злой колдун Денихтис был особенно зол, даже если и так его никто не дразнил. Хорошенько раздразнив Денихтиса, мы прятались от него среди густых зарослей водорослей на мелководье. А толстому 9-метровому страшному Денихтису только и оставалось, что метаться около мелководья, злиться и разевать свою пасть с огромными треугольными зубищами, зубными пластинками. А нашим двоюродным двоякодышащим сестрам, которые тогда еще были не очень-то двоякодышащими, а такими обычными лопастеперыми рыбами, очень там на мелководье понравилось. Они там обжились и даже научились дышать воздухом. У них даже появились самые настоящие легкие, и они стали дышать с закрытым ртом, через ноздри, вот так. А все же прочие рыбы-то ведь дышат как? Пропускают воду через рот и жабры. Пропускают. И она закрыла и открыла свои жаберные крышки. И, в общем, от того, что научились дышать носом, наши двоюродные и теперь уже двоякодышащие сестры очень сильно возгордились. Они оставили семью и перебрались жить в мягкую, мелкую, теплую и совершенно пресную воду. Там они так обленились, что все время, во время засухи, когда совершенно пресные водоемы пересыхали, они стали впадать в спячку и так вот и спали. И в спячке они проводили по 9 месяцев, а то и того больше. «Что ж такого в том, чтобы впадать в спячку?» – спросил я тетушку Латимерию. Ведь иногда по осени так хочется в нее впасть, вот, например, сейчас. И так не выпадать бы оттуда до самой весны, пока не потеплеет. Но тетушка Латимерия от возмущения чуть не поперхнулась сушеным головастиком. «Но ведь спячки проходит целых пол жизни!» – попыталась объяснить мне она. А вдруг эти полжизни и были ее лучшей половиной? Как можно это проспать?» И она задумчиво шевельнула трехлопастным хвостовым плавником. И по бассейну покатилась очень высокая волна. А Латимерия продолжила. «Когда-то мы с сестрами, как всегда, дразнили злого колдуна Денихтиса». И так она почесала правый бок задней лопастью. Сбоку-то ведь у нее, как у всех рыб, находятся очень чувствительные органы боковой линии, а чувствительные органы всегда очень сильно чешутся. Денихтис был так зол, что чуть не выскочил во время погони за нами на пляжный галечник. И мы забились в самые густые заросли водорослей. А русалочка подплыла совсем-совсем близко к берегу. И тогда, плескаясь у самого берега, она увидела принца Артроплевра. Принц важно шествовал по береговой кромочке на всех своих 375 парах ног. Русалочка совсем была сбилась со счета, сколько там у него ног. Попыталась она сосчитать на пальцах, но пальцев-то у нее не было, в ней плавник был. И очень захотелось русалочке на берег, чтобы шагать там на своих ножках, как принц Артроплевр. Рядом с принцем Артроплевр. Но ножек у ней тоже не было. А вот мясистые кистеперые плавнички годились только для того, чтобы раздвигать ими густые заросли водорослей на мелководье. А русалочка чуть не заплакала от горя, что ей никогда-никогда не удастся пройти по берегу моря рядом с принцем Артроплевром. Ну, во-первых, мокрая вода и так была очень соленая, и плакать в нее совершенно нет никакой возможности, ну, и неинтересно, и бесполезно. А во-вторых, она вспомнила, что злой колдун Денихтис вроде бы и вправду умел иногда колдовать. То ли рассказывали ей об этом ленивые двоюродные двоякодышащие сестры, прежде чем впасть в спячку, то ли ей просто очень хотелось, чтобы на свете было волшебство. И тогда она набралась побольше храбрости и поплыла навстречу со злым колдуном Денихтисом. На всякий случай русалочка не стала подплывать к нему слишком близко. Как всегда, он был очень голодный и очень злой. «А не могли бы вы заколдовать мои плавнички в лапки?» – обратилась к нему русалочка.
«Угу», – ответил Денихтис. «Подплыви ко мне поближе, детка, я откушу все твои плавнички, а на их месте к утру вырастут лапки». Но маленькая русалочка не поверила колдуну Денихтису и вообще-то правильно сделала. А махнула она так: колдунам верить нельзя. Впрочем, и в колдунов тоже верить не надо, даже в очень больших и в очень злых. А тетушка Латимерия продолжила. Не поверила злому колдуну Денифтису русалочка. Она уплыла обратно на мелководье и поселилась там среди густых зарослей и водорослей. И только спустя много-много лунных приливов и отливов вернулась она навестить семью. И мы ее еле узнали. У нее исчезли спинной и брюшной плавники, а мясистые лопасти у ней стали еще мясистей. Чешуя поблекла, а на месте плавниковых лучей шевелились самые настоящие пальчики. Их было ровно по 5 на каждом плавнике, то есть уже лапки. И русалочка рассказала нам, что сначала у ней было по 8 пальцев на каждой лапке. Она очень этому обрадовалась, ведь чем больше пальцев, тем больше на них можно надеть всяких красивых колечек. Правда, веселилась русалочка недолго, потому что если на руке целых 8 пальцев, то как среди них найти средний? А средний палец очень нужный. Тогда она оставила себе по 7 пальцев на каждой лапке. Но оказалось, что и в таком количестве пальцев очень просто можно запутаться, потому что на каждую руку приходится по 2 безымянных пальца. 6 пальцами стало вроде бы полегче, и русалочка даже попыталась считать на пальцах, сколько же пар ног все-таки у принца Артроплева. 100, 200 или 375. Но у нее получалось, что у принца, вышагивающего со всем своим левым боком к берегу, на 5 пар ног больше, чем у того же принца, который идет правым боком к тому же берегу. Ну действительно, попробуйте на 6 пальцах что-нибудь сосчитать. Хотя бы даже сдачу от мороженого. Получается так себе. В конце концов, русалочка остановилась на 5 пальцах. Их было удобно пересчитывать. А сразу понятно, какой из них безымянный, а какой средний. А и колечек на них помещалось вполне себе достаточно. А еще можно сказать кому-нибудь: «Дай 5!» И этот кто-нибудь тоже протягивает тебе такую же лапу и тоже говорит: «Дай 5!» А скажите: «Дай 6 или дай 8!» Совершенно не звучит. Так что «Дай 5!» – самое оно. Ну что же, принц Артроплев? Скорее я спрашиваю тетушку Латимерию, чтобы совсем уж не запутаться в пальцах и Артроплеврах. Ну а тетушка Латимерия шлепнула своим трехлопастным хвостом, окатила меня водой мокрой, чтобы я ее больше не перебивала. Прощаясь, русалочка сказала нам, что собирается она выйти на берег, где на своих то ли 100, то ли 200, то ли 375 парах ног бродит принц Артроплевр. И русалочка нам тогда помахала своей 5-палой лапкой. Тетушка Латимерия очень грустно вздохнула жабрами. А я уж боялась, что хоть и... Может, опять вымочит меня в чем-нибудь. «Да встретила она, встретила своего принца!» — успокоила меня наконец Латимерия. «То-то и оно, что встретила!» Но при ближайшем рассмотрении принц Артроплев оказался обычной сороконожкой-переростком. Еще и дурнопах. То ли от того, что никогда в отличие от нас не мылся в мокрой воде, то ли от того, что все многоножки так пахнут. Ползал этот принц на своих 375 парах ног в мокром лесу среди древовидных папоротников, хвощей, плавунов и набивал свою 2-метровую кишку всем, что с них этих папоротников падало. Ну, всякое павшее листва. И звали-то его на самом деле вовсе не Артроплевр, а Членистобок. Это он себе такое имя дал для благозвучия, это он свое имя на латынь перевел. А, в общем, а сам Членистобок членистобоком. И этот Членистобок только тем и занимался, что ходил и ел, ел и ходил. «А что же русалочка? А что же русалочка-то?» — перебил я, когда мне уж совсем надоело слушать про Членистобока, который где поел, там и ходил. А неужели русалочка разочаровалась в суше и вернулась обратно в мокрую морскую воду? Тетушка Латимерия в этот раз не обиделась, что я ее перебил. Даже мне показалось, что она немного завидовала русалочке. Не то ли тому, что она встретила наконец своего принца, а тому, что она смело вышла на сушу, когда другие этого сделать побоялись.
И тетушка Латимерия сглотнула застрявшего в зубах сушеного головастика и улыбнулась загадочно, как могут улыбаться только кистеперые рыбы. Ай, ну конечно не, ну как тут можно разочароваться? Когда русалочка вышла на берег, ее глаза смотрели вверх. Смотрели, когда она еще не вышла на берег, а сидела среди густых зарослей и глядела снизу вверх на поверхность воды в ожидании своего принца. А там, вверху, высоко в небе, выше крон древовидных овощей, плавунов и папоротников, она увидела принца Меганевра. Четыре прозрачных крыла принца Меганевра были распахнуты во всю свою ширину, почти на целый метр. А среди этих крыльев, сквозь них, пробивались лучи солнца. Они дробились среди многочисленных жилок на их крылышках. И от этого по всему мокрому и сумеречному лесу из древовидных овощей, плавунов и папоротников разбегались веселые солнечные зайчики. В такого принца нельзя было не влюбиться. Рожденный ползать, летать не может. Отчаявшись найти хоть одно сухое полотенце в мокром воздухе, я пробормотал так банальную истину. Знаете, банальные истины называются так, потому что они такие же пустые, пожелтевшие и скользкие, как шкурка от банана. А ничего нет банальнее и противнее, чем пустые истины. А вот это уже проползать и летать, это уже другая история. Загадочно улыбнулась мне тетушка Латимерия и проглотила последнего сушеного головастика. Вот такая сказочка древних дивонских лесов, болот и прочих морей. И даже на самом деле это не сказочка, а самая настоящая быль. И действительно, было у тетушки Латимерии много и братьев, и сестер, многие из которых были кистеперами, некоторые из которых ползали по суше, ну и некоторые из которых так и уползли и стали впоследствии нами. Так что да, эта тетушка наша настоящая родственница. Кстати, сегодня, 12 ноября, мировое научное сообщество отмечает еще такой день рождения Льва Петровича Татаринова, автора концепции параллельной эволюции или параллелизма. И вот как раз одним из самых известных параллелизмов считается накопление во многих группах кистеперых рыб признаков уже наземных животин. Так что то, что называется тетраподизация. И вот это как раз тетраподизация, это, среди прочего, еще один такой пример параллельной эволюции. И книжку я эту у Льва Петровича читала, очень классно, кстати. Очень хорошее такое уточнение классической теории эволюции Чарльза Дарвина. Вот. И вам я эту книжку могу порекомендовать, если вы хотите побольше узнать о том, как же все-таки живое развивается. Да, ну а еще эту книжку очень приятно читать на ночь, потому что она успокаивает, с нее тяжелеют немножко веки, потому что все хорошо, все эволюционирует, все параллельно развивается. В общем, с такой книжкой самое то, так сладенько обнявшись, задремать. Чего я вам по исходу ночных сказок и желаю. Хороших снов вам, приятного вечера. Всем пока!